Пожарь, нападение вот на котла. Также через блинк у Леона, который не так давно появился. Но первого забирают именно Леона. Ставится дримкойл от Пака. Котел еще помансовал, выживает. Подцепили МК, запрыгивает шейкер. Подстанили перемещение от Урса и Вайпера. МК не должны отпускать. Задувка. Еще цепляют у нас стикера. Замедление. Ему под ультимейтом от Вайпера. Забирают одного, второго и третьего игрока экстремал. И вот тут я бы даже не сказала, что это хороший мув от них. Четвертый. Это и четвертый, да. Цемочка тоже должна погибать. Шейкер с блинком и Пак с блинком, поэтому не отпустят. Точно, доберут, да. Я про то, что это даже не хороший мув от экстремов, а именно плохой мув от Russian Drill, потому что именно они пошли под тавр, и за что их не смогли убить котла быстро, соответственно, разменяли. Лен, пальцы было там много, стакнулось ТПМ, вместо чтобы просто бить что-то на дерево залазить, слазить с дерева. Не фартануло, не получилось, но это, я думаю, для них будет хорошим уроком, и...